Это же мерзавцы, это уважают так врачей. Дальше я не читаю, что тут и не платят им, заставляют пахать на грани человеческих ресурсов. Источники информации – медики. Ну, не надо было бы, может, даже читать. Я им хочу задать только один вопрос. У нас чего-то все не хватает, все плохо. Помните, Евросоюз выделил после выборов сразу 54 миллиона евро протестунам, писакам этим, а 52, по-моему, на лечение от ковида. Но эти средства, как они заявили евросоюзов, направили гражданскому обществу для лечения ковида. То есть им, где эти деньги? Вот пусть напишут, где 52 миллиона евро. Я рассказывал, могу повторить. Эти деньги выделяются тем, кто шатается по улицам. Но уже сейчас вы читаете, даже их читаете и видите, не хватает. Эти беглые, наверное, 150 уже побежали в Литву, Латвию, и пока идут сюда деньги, они их там перехватывают. И наши протестуны, которые тут под дубинки ОМОНа, как они говорят, ходят, унюхали это. Так, говорит, мы под дубинки идем, а они наши деньги забирают. Вот где их деньги. И им за это платят, для того, чтобы оболгать, опорочить тех людей порядочных, которые сегодня борются в этих красных зонах. Мерзавцы последние.